Уважаемые коллеги, с 2021 года изменяется порядок допуска профессиональной деятельности медицинских работников. Необходимо будет предоставить в комиссию документы о том, что за последние 5 лет вы прошли курсы повышения квалификации, суммарно 144 часа за 5-летний период, и самостоятельно заработали определенное количество кредитов, баллов, учебных часов за свою активность, участие в конференциях, в семинарах, в вебинарах. Цикл вебинаров для врачей первичного звена – это уникальный проект Ассоциации Сирано и Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Это возможность для врача продолжать свое обучение в рамках проекта непрерывного медицинского образования, не отрываясь от экрана домашнего компьютера во внерабочее время. Циклы вебинаров выстроены по 9 темам, которые идут как уроки в одно и то же время по выходным дням. В 16:00 начинается курс «Дентальная имплантация». Читают доценты Пензенского медицинского университета Александр и Дмитрий Стаматовы. В 16:30 начинается курс «Дифференциальный диагноз». Его читают доцент Этери Борисовна Мумладзе, профессор Андрей Леонидович Заплатников. В 17:00 начинается курс «Актуальные вопросы лор-органов». Его читают профессора Валерий Михайлович Свистушкин и Галина Николаевна Никифорова. Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования помогает вам выстроить вектор профессионального развития на ближайший 5-летний период. В 17:30 начинается курс «Актуальные вопросы на неонатологии». Его читают профессора-неонатологи Наталья Ивановна Ахмина, Николай Павлович Шабалов и Андрей Леонидович Заплатников. В 18:00 будет начинаться курс «Современный врач». Его прочтут член-корреспондент, профессор Дмитрий Алексеевич Сычев, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и сексологии Виктор Викторович Макаров. В 18:30 будет начинаться интереснейший курс «Неврология для педиатров». Его читают профессора Валерий Петрович Зыков и Андрей Леонидович Заплатников и сотрудники кафедры детской неврологии. Образовательные мероприятия реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами нашей академии. Подобная связка обеспечивает получение современных знаний, умений и компетенций в соответствии с профессиональными стандартами. 19:00. Курс «Актуальные вопросы полиморбидной патологии». Читает профессор Ольга Дмитриевна Остроумова и сотрудники кафедры полиморбидной патологии. В 19:30 пройдет курс «Избранные вопросы хирургии для педиатров». Читают профессор Ольга Витальевна Карасева и сотрудники НИИ травматологии и детской хирургии. В 20:00 начнется курс «Диалоги с профессором Ириной Николаевной Захаровой», заведующей кафедрой педиатрии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. И если ваш нос любознателен, то мы приглашаем вас на вебинары выходного дня по интересующим вас специальностям. Регистрация доступна на сайте www.edu-sirano.ru. Уважаемые коллеги, добрый день! Российская медицинская академия непрерывное профессиональное образование – это наиболее опытное и уникальное учреждение дополнительного профессионального образования. Мы реализуем программы в области повышения квалификации с 1930 года. В настоящее время дополнительное профессиональное образование врача преобразуется в так называемое непрерывное медицинское образование. И эта непрерывность вполне естественно для врача, так как согласуется с его естественной потребностью повышать свою квалификацию и приобретать новые знания, умения и компетенции. Непрерывное медицинское образование представлено двумя частями. Это образовательные программы, которые реализуются в нашей академии, нашими кафедрами, и образовательные мероприятия, которые реализуются ассоциациями в сотрудничестве с кафедрами
нашей академии. Ассоциация Сирано приглашает вас совершенствоваться в профессии и начинает цикл видеоуроков для врачей первичного звена. Если вы хотите совершенствоваться в профессии, если вам интересно и если ваш нос любознателен, то эта программа для вас. Уважаемые коллеги, здравствуйте! Мы продолжаем цикл вебинаров, посвященных проблемам неврологии детского возраста для врачей-педиатров и для врачей-неврологов. И у нас традиционный гость, который освещает эти вопросы, знакомит нас с этими проблемами и путями их решения, заведующий кафедрой неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор Валерий Петрович Зыков. Валерий Петрович, мы с вами, когда обсуждали план тех тематик, которые очень важны для неонатологов, педиатров, неврологов, то вы посоветовали в первую очередь вот в этой серии обсудить целый ряд патологических состояний. Но начать вы советовали с синдрома неонатальных судорог. Как проявление гипоксической ишемической энцефалопатии, как ведущий синдром, когда вызывают и невролога, и неонатолога, и реаниматолога. То есть самый такой яркий симптом, который нужно, в общем-то... Как неотложное состояние, как ургентное состояние, требующее... Ургентное, да. Потому что любые судороги могут повторяться, потому что это симптом самых разных заболеваний. Так же, как вот и гипоксическая ишемическая энцефалопатия, это как раз критерий. Легкая форма и средняя тяжесть. Если есть судороги, это уже средняя тяжесть. А раз средняя тяжесть, значит, могут быть очаги повреждения. Первая степень выходит до 95% без последствий. За 5 дней нормализуется состояние. А здесь это уже симптомы, о котором надо подумать. Вторая, ну, частая причина – это развивающееся кровоизлияние. Когда вдруг в первые сутки после рождения появляются судороги. Другой очень важной причиной – это даже наследственные заболевания, органические, так называемые ацидурии. Они сами по себе редкие, но когда их все посчитали, все вместе, разные типы органических ацидурий, и метилмалоновые, глютаровые, и ряд еще других, оказалось 1 на 1000. Это как кровоизлияние выше второй степени. Значит, еще один момент – дисгенезия мозга, то есть пороки развития. И начинают проявляться судорог, потом эпилепсия, церебральный паралич. И отсюда вот уже мы думаем, как обследовать, соответственно. Ну, Валерий Петрович, вы пока коснулись только причин неврологических. Неврологических, да. Генетических, либо тех генетических, которые выйдут в неврологию. В неврологию. А ведь есть и другие. Да. Врожденные инфекции, инфекции с поражением центральной, безусловно, нервной системы. Метаболические варианты, гипокальцемические судороги, гипогликемические, да. Варианты, ну, наверное, синдромальных каких-то форм, да? Но это опять-таки генетика, все-таки это генетика. Синдромальный, совершенно верно, и даже болезнь Дауна может дебютировать, кроме всех фенотипов, еще и судорог неонатальных, а потом дойдет до тяжелых судорог, самые вот такие эпилептические энцефалопатии. Вест-синдром описан при синдроме Дауна. Кстати, вы четко сказали, гипокальцемия. Это все-таки мы рассматриваем наиболее благоприятный вариант угнетения парадгормона матери, с кальциевого и фосфорного обмена, вот как раз первая неделя. Потом это все восстанавливается, собственный парадгормон, и все нормализуется. Но мы опять же на гипокальцемию вмешиваемся, смотрим кальций, неонатологи смотрят, вызывают невролога, затем назначается терапия кальцием, если это нужно. Гипогликемия, вот как раз вот эта угроза риска, почему мы все время говорим о рисках? Мы о ребенке и сразу мама. Раз гипогликемия, почему? Гиперинсулинизм, почему? Мама вошла в беременность с нескомпенсированным диабетом. То есть анамнез мамы, есть диабет, и как она его компенсировала? Если известный факт, она его не компенсирует, значит, ребенок развивает гиперинсулинизм. Глюкоза проникает через трансплацентарный барьер, инсулин нет. И вот он начинает вырабатывать этот инсулин, за счет чего, кстати, мы говорили, по-моему, это пептидная
там есть пептидная цепочка, аналог гормона роста. Поэтому за счет этого гиперинсулинизма и этой цепочки в инсулине, эта цепочка аналог инсулин гормона роста у плода. Он такой крупный, рыхлый, еще проблема, у них дыхательная недостаточность, потому что лишний инсулин, гиперинсулинизм, он вызывает недоразвитие фосфолипидных мембран, по аналогии как антифосфолипидный синдром. И альвеолы у них не формируются на вдох. И вроде бы доношенные крупные, а дыхательная недостаточность. Когда это тяжелые проявления, конечно, плюс гипогликемия, это еще тяжелее. Но гипогликемию можно программировать, как говорится, и наши встречи еще чем полезны. Вот мы называем группы риска, чтобы даже педиатр взял и посмотрел выписку и увидел, чем больна мама, чем это может грозить. Действительно, гипомагнеземия очень редкий, практически мало диагностируется, магний не смотрится. Но вот магний и цинк относятся к таким судорогам, которые однократные, двукратные, и потом без гипоксии, без органических ацидурий, потом они хорошо, как говорится... Транзиторные. Да, да, такое состояние. И вот вы затронули о генетике. Даже в нонатальном периоде уже дебютируют как доброкачественные нонатальные судороги. И эпилептические энцефалопатии, которые приводят к тяжелой инвалидности, так называемая ранняя миоклоническая энцефалопатия. И у нас даже в Тушинской больнице, в больнице Башляева, мы их диагностируем. Традиционно связывают с гипоксией, но судороги идут, гипоксия давно закончилась, судороги усложняются, ребенок не развивается, и потом на ЕГЭ развиваются определенные ЕГЭ-критерии. Поэтому, вот, если говорить о семейных доброкачественных нонатальных судорогах, это, кстати, есть так называемые мутации калиевых каналов. И можно найти две мутации, K, там, N, сейчас я, K, C, N, Q, 2 и 3, вот эти два гена, они снижают потоки калия. А мы, помню, говорили, натрий калия, это вот поляризация мембраны, как защита, чтобы лишние сигналы не возбуждали клетки. Когда вот эта каналопатия наследственная, во-первых, это будет, как правило, у них 20% развивается идиопатические эпилепсии генерализованные. То есть вроде бы сегодня судороги, посмотреть мутацию, и можно сказать, какие возможен у нее риск эпилепсии или нет. А это, знаете, и работа, это режим определенного труда, ненужные ночные смены и так далее. То есть вроде бы судороги сегодня, да, у новорожденного, а мы уже можем прогноз начертить по вот, мутации калиевых каналов. И я бы сказал, что одна-две мутации, вот как раз 2 и 3 калиевых каналов, она довольно доступная. Тем более это прогноз. Притом еще хочу сказать, вот тоже близость мутации калиевых каналов. Там есть мутации еще одного типа, там свариант, который близок к синкопам и синдромам Куте. Это все мутации калиевых каналов. А одновременно с этим есть и судороги, помимо... Могут быть и судороги, могут быть чисто синкопы. И нарушение... Ну, синдром Куте, да, вы знаете, да, удлинение, да, вплоть до тяжелых синкопов и нарушений сознания. И вроде бы судороги, конечно, это всегда близко с системой проводимости и в сердце. Это вот всегда вот так. Поэтому диагностика и правильная, адекватная, я считаю, вот и неонатологу, и педиатру она должна быть как бы знакома. Валерий Петрович, а вот до диагностики с использованием специальных методов, генетических, инструментальных методов, допустим, лучевых методов, клинически можем мы заподозрить, что в неонатальный период развившиеся судороги... Что за судороги, да. Или это все-таки трудно? Вот вы, правильный вопрос, совершенно четко. Есть такое мнение и неонатологов, и неврологов. 95%, ну где-то около 90% каких-то вздрагиваний, подергиваний, это доброкачественное вздрагивание, то есть к судорогам не относится. Без потери сознания, да? Ну да, когда ребенок. Вот когда видно тоническое напряжение, потом вот эти вот подергивания, плач непонятный, повороты головы, застывание взора. То есть у него таких же семиотика приступов, как и у детей старшего возраста. И это надо увидеть. Поэтому и диагностика какая современная, это видео ЭГ-мониторинг. Заподозрил?
пожалуйста, в кювес, где подведены электроды с видео и Г-мониторинга. И записали, потом просмотрели. Вот это вздрагивание, поворот головы, спонтанное ШТР. Связан он с разрядами эпилептическими или нет? Или это его спонтанное движение вправо-влево, вот спонтанный ШТР или спонтанный МРО? Действительно сложно. Поэтому вот у недоношенных есть такой тезис. 70% их вообще не видно. Есть такое понятие электрические судороги. Идут разряды, эписигналы на ЭЭГ, а он не двигается. В связи с того, что у него незрелые так называемые двигательные тракты. И ничего нет. Поэтому, опять же, группы риска, если гипоксическая ишемическая энцефалопатия и подозревается с гипогликемией, если вдруг, значит, велик процент, большой процент повреждения мозга, ему нужно делать ЭЭГ. И хотя бы даже вот банальное ЭЭГ сделали, потом запись посмотрели. Правильно, лучший вариант – видео. Правильно ли я понимаю, что даже если у ребенка первых дней жизни, первой недели жизни на фоне судорог была выявлена, к примеру, гипогликемия, гипокальциемия, которые контролируются проводимой терапией заместительной, если эти судороги на фоне нормальных уровней кальция и глюкозы продолжаются, необходимо подключать специальные методы исследования. Электроэнцефалограмму здесь нужно обязательно подключать, да? Я считаю, с любые судороги уже нужно сразу электроэнцефалограмму. Может, это сочетание и гипокальцемии, и эпилептического процесса. Мы же еще не знаем. А насколько на сегодняшний день доступно электроэнцефалографическое обследование новорожденного ребенка? К сожалению, это единичные центры. Центр акушерства, охраны материнства и детства, центр имени академика Кулакова. Там есть мониторинг, есть ЕЭГ. В нашей, кстати, больнице Башляева мы иногда запрашиваем, привозим этот мобильный аппарат. То есть сейчас начали оснащаться, но это уже как нейросонографии должно быть. То есть это должна быть рутинная практика. Рутинная практика. Для ребенка с неонатальными судорогами, да. Электроэнцефалографическое обследование. Это как алгоритм. Обязательно. Как алгоритм, потому что нейросоны сделали, очагов еще нет, не образовалось. Делаем ЭЭГ, а там разряды. То есть начинает глиоз мозга уже начинает развиваться, повреждающие очаги. То есть есть повреждающие очаги. И даже у доношенных описывают, 20-30% судороги могут быть клинически немые, то есть электрические судороги. И даже есть подходы, видим судороги полчаса, более получаса надо лечить, потому что длительные судороги электрически повреждают мозг. Это аукнется нарушением развития. То есть вот получается клиническая такая ситуация, немая неврология. А помимо электроэнцефалографического обследования, какие еще методы необходимо использовать? Безусловно, серийные нейросоны. Мы вот все время подчеркиваем, что ишемия острая, как отек, она еще не совсем ясная, через 2 недели и так далее. Также вот ПВК увидели, во что это идет, постгеморрагическую гидроцефалию или ПВК остановилась. Естественно, вот мы говорили, внедрение диагностики инсультов неонатальных, перенатальных, это МРТ. Это в идеале, в алгоритме это должно стоять. Значит, все равно даже при неонатальных судорогах? Да, это сделаем нейросоны, ничего не видим, делаем МРТ, тем более, если судороги повторяются. Затем контроль видео и Г-мониторинг, назначение препаратов, соответственно. Ну, базисное лечение – это барбитураты, но сейчас входит новый препарат – левотироцетам, потому что он с месяца жизни, и считается он более безопасный. Валерий Петрович, а у нас барбитураты появились внутривенные? Нет. Так до сих нет, пор? Нет. Поэтому, когда говорят внутривенные барбитураты, а затем таблетированные, мы немного лукавим в своей лекции, потому что внутривенных барбитуратов нет. Но есть медазолам, он тоже рекомендуется, но он это бензодиазепин. Поэтому здесь барбитураты и медазолам, как бы они конкурируют, и в принципе мы можем, если статусные судороги, реланиум и медазолам, мы можем проводить. Эти препараты требуют мониторинга, как, допустим, препараты пролевой кислоты, или их можно использовать? Они короткого действия, в принципе, мониторинга не требуют. Главное вот дозировать определенный на... А при длительном применении? Или все-таки вы уходите потом, если судороги не купируются?
Их на... только на тяжелые судороги. Вот, говорит, надо всегда замерить длительность приступа. Если удлиняется приступ необычно, тогда нужно проводить как бы вот эту... Несколько раз мы вводим и реланиум, и медазолам, и подбираем уже терапию базисную. Mm-hmm. Ищем причину. Потому что я говорю, что редкий процент, но эпилептические энцефалопатии дебютируют в неонатальном периоде. Валерий Петрович, значит, среди причин, если вернемся сначала, для того, чтобы подвести теперь итоги, среди причин, это постгипоксические. Да? Гипоксия. Острая. Это внутричерепные кровоизлияния. Кровоизлияния. Варианты инсультов, о которых мы сказали. Перинатальные инсульты. Артериальные и венозные. Да. Генетические. Генетика. Да? Это может, могут быть синдромы и митохондриальных заболеваний, органические ацидурии. И вот даже вот доброкачественные натальные судороги, 80% детей полностью компенсируются, идут в школу, и у них потом не случается никаких эпилептических эпизодов. Метаболические, мы с вами вспоминали гипогликемию, мы вспоминали гипокальциемию, более редкие ситуации гипомагнезиемию, снижение уровня цинка. Вот эти редко, к сожалению, диагностируются. Вышезависимые судороги в неонатальном периоде. И надо сказать, замечательная статья, и мы эту как бы всегда вспоминаем. Уже ничего не помогает. Реланиум, медазолам, а судороги идут. Первое, что должен вспомнить любой врач, В6-зависимые. Витамин В6 100 грамм, и он у нас есть. Перидоксин 100 миллиграмм. Или перидоксан? Что лучше вводить тогда? Так вот интересно как. Перидоксин зависимый. Есть такой даже алгоритм. Не помог. Второй вариант – перидоксаль. И еще есть третий вариант – фолиевая кислота. Который мало вообще не диагностируется в России. Я ни одной публикации не видел. В6, да. Да, В6 зависимые. Мы знаем препарат вводим. Про перидоксаль фосфат и фолиевый как-то идет. Ну не то что умалчивание, но не диагностируется. То есть, по идее, нам нужен вот такой, еще раз говорю, алгоритм натальной судороги, и что должно, чем врач должен руководствоваться. И в качестве диагностических критериев, вспомогательных для клинициста, уже инструментальные методы обследования. Да. Электроэнцефалографическое обследование, МРТ, биохимические исследования для определения тех либо иных... Кальций... Глюкоза, магний, цинк, о котором вы говорили, витамины. В6 зависит. В6 редко где делают, я не знаю, даже вот сейчас в лаборатории. Инвитро может быть. Фолиевую кислоту сейчас стали определять. Потому что она, да, имеет. Но Валерий Петрович, вы четко подметили, в неонатологии мы не определяем. Мы даже не думаем, что может быть фолиевозависимые дефицитные состояния, сопровождающиеся судорожным синдромом. Значит, надо тогда, если мы не находим другой причины, исследовать фолиевую кислоту. Да, вот есть протокол. Да. Ничего не нашли. Да. Ничего. В6, пиридоксаль, фосфат и фолиевые. Понятно. Потому что все это зависимые состояния. Угу. И если мы не применяем, дети в судорогах погибают. Спасибо, Валерий Петрович. Ну и наконец, теперь коснемся только неврологических проблем. Исходы, Исходы. Вот ваши причины, перечисленные вами причины натальных судорог, но уже с позиции неврологических. Их исходы. Да, даже однократные судороги уже заставляют подумать, что может быть. У них чаще нарушение развития речи. У них чаще синдром дефицита внимания. Чаще, чем в популяции, в 10 раз развивается церебральный паралич. У них чаще, чем в другой популяции, эпилепсия. То есть это уже такой важный симптом, который учитывается по анамнезу. И надо отметить, что и фибрильные судороги, например, тоже чаще будут именно у этой популяции. То есть такой важный симптом на исходы и на, в общем-то, развитие эпилепсии. А это определяет и тактику наблюдения. Значит, поскольку неонатальные судороги, даже кратковременные и однократные, требуют совместного в дальнейшем наблюдения неонатолога, педиатра и невролога, поскольку вы говорите о тех исходах, о тех рисках, которые... И знаю, вот этот алгоритм врач вспоминает, а что же тут не сделано было при натальных судорогах? По идее, вот какая должна быть преемственность. Он смотрит, МРТ не сделано, нет генетики,
Нет исследования, например, на B6 зависимый, там, на ФКУ там, или еще что-то. И он приходит к выводу, надо да, обследовать, если были повторные приступы. Или же он думает, да, вот нарушение развития речи, движения, надо смотреть дальше, структурный какой-то дефект. Таким образом, подводя итог, мы можем с вами сделать выводы, что неонатальные судороги – это полиэтиологичная по сути проблема, которая требует привлечения специалистов разного профиля, неонатолог, невролог обязательно, с обязательным подключением врачей инструментальной, лабораторной диагностики, генетического обследования. И генетики в том числе. Для того, чтобы установить диагноз, правильно выбрать тактику лечения и спрогнозировать стратегию наблюдения за этим ребенком. В общем-то, да, да, это вот такой важный симптом, который требует дополнительного обследования обязательно. Спасибо большое, спасибо. Валерий Петрович. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой неврологии детского возраста Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук, профессор Валерий Петрович Зыков. До новых встреч. До новых встреч.